Неправильное место и время для тебя, приятель. Спасибо за угощение, приятель. Ух, а он тяжелый. Но будет приятно разделить трапезу с Прайдом. По дороге домой. Что это? Буйвол делает так близко к моему Прайду. Это плохо. Нельзя, чтобы он узнал место стоянки Прайда. Эй, ты убирайся отсюда. И что? Ты тащишь эту маленькую ебу? Ты пожалеешь об этом. О, как страшно. О, нет, надо убегать. И вы не самые умные животные. Надеюсь, он больше сюда не вернется. Пора возвращаться домой. Стоянка Прайда. Дом, милый дом. Меня зовут... Ника, и да, я не... Где ты был, Ника? О! Ты должен быть патрулировать территорию, а не охотиться. О чем ты только думал? Кто знает? Чуть позже. Послушай меня, Ника. Ты всегда должен помнить, что Саванна – опасное место. Вокруг нас много врагов. Они быстрые. И сильные. Вот почему все должны следовать правилам Прайда. Ведь охотится на добычу. Ее растет и льдят. Вы патрулируете и охраняете территорию. Мы должны защищать нашу землю от воды.
Ты понял, Майко? Нарушители границ. Не могу сражаться, их слишком много. Я должен предупредить Хейдера и других умов. Спайк, ты вернулся из патруля. Все хорошо? Привет, Ника. Конечно, я думал, ты должен патрулировать границу нашей территории с Леонардо. Я немного изменил свой план. Ты и что на это сказал, Хейдер? Он действительно стар, и не так ли он спит большую часть дня? Он все еще силен. Силен? Может, он и был силен когда-то, но сейчас он только ест и спит. Ты шутишь? Он становится обузой для Прайда. Не смей так говорить. Я не собираюсь сражаться с тобой. Я устал и голоден. Я хочу отдохнуть. Следи за своим языком, Спай. Конечно. Похоже, мои действия подрывают авторитет Хейдера. Но я должен признать, что в словах Спайка есть смысл. Леонардо, ты в порядке? Что случилось?